Встречаем браслет царский, браслет Клеопатра. 62 445 номер этого лота. Настоящий хит наших прямых эфиров. Всегда, когда появляется этот браслет, пользуется невероятной популярностью. Это все объяснимо. Ну, во-первых, наша выгодная цена 790 рублей. А во-вторых, это жемчуг. Потому что, ну, действительно, это потрясающий браслет, как будто бы сотканный из мириады жемчужин. Причем, обратите внимание, что он ведь двух цветов. О. Вот такой вот вариант здесь сочетается. Белый жемчуг, а также красивый нежный розовый жемчуг. Угу. А есть второй вариант, где есть только белые жемчужины. Но мне кажется, что эти два товарища надо носить вместе. Вот я даже вот сейчас покажу, как они эффектно смотрятся. Ой, простите, когда они вместе. Вот я прям аж руки затряслись от радости. Да, сочетается очень красиво. И как игриво. А ты знаешь, что женщина, когда, естественно, носит украшения, носит браслеты, она массирует и меридианы, как считают современные литературы. Покажи, пожалуйста, Диана, очень важно нам напомнить об этом, ведь мы иногда забываем о том, что мы не украсили свои запястья. А ведь запястье у женщины считается самых эротичных зон на нашем теле. Щиколотки и запястья. Ты совершенно права. Вот, ты знаешь, вот есть такой психологический прием. Если вы хотите отвлечь вашего собеседника и желательно мужчину, женщине достаточно надевать украшения с подвесными элементами на запястье. Мужчина автоматически при движении рук будет смотреть за двигающимися элементами. Поэтому очень часто, вот вспомни, пожалуйста, ведь наложницы богатых королей, императоров, они же чаще всего носили украшения с подвесными элементами. И они как будто бы проходили, все время звенели, как колокольчики. Таким образом, во-первых, они сразу говорили о том, что они появились. А во-вторых, каждое движение их руки, каждое движение легкого запястья автоматически манило к себе и привлекало внимание императора, будь то это император, царя, может быть, даже Сулеймана, не знаю. Завораживает, действительно, невозможно отвести взгляды. Мне очень нравится, что наш браслет из жемчуга украшен еще и совами. Да, ты знаешь, что сова... за символ сова? Ну, сова, конечно, многие знают, это символ мудрости, но на Востоке сова является еще и хранительницей очага. То есть, поскольку вот знаешь, здесь два главных элемента. Первое – это жемчуг, главный женский камень. Многие, испокон веков считается, что этот камень способен излечить многие женские болезни. А с другой стороны – сова, хранительница мудрости, хранительница очага. Вот это, согласись, современное женское украшение, когда вы хотите быть, ну, знаешь, такой вот домашней чаровницы, когда вы хотите охранить, оградить свой дом от всех злых бед, и при этом хотите сохранить всю энергию и доброту в доме, может быть, это лучший подарок для себя. И дом оберегаем, но и свое женское здоровье тоже. Да, совершенно верно. Ты знаешь, вот опять же, вот я сейчас смотрю, как эффектно смотрятся браслеты на руке, и когда они вдвоем, они как будто бы перебегают по ручке. Опять же говорю, это тот самый микромассаж, который идет и по венам, по всему нашему кровопотоку. А также, если вы, например, нервничать. Очень часто вы начинаете перебирать эти бусины, играться с ними и успокаиваться. Более того, это ведь жемчуг, это же природный камень, это женский камень, который, во-первых, накапливает в себе женскую энергию. Это вот действительно тот случай, когда вы вроде бы и украшения одели на себя, и при этом для вас это оберег, и при этом для вас это, возможно, какой-то талисман. Зачастую ведь мы в украшения вкладываем какой-то смысл. И пусть этот браслет Клеопатры, пусть именно с него начнется ваша женская любовь к украшениям. Вот я представила, если бы мне на 16 лет подарили такой браслет Клеопатра, сколько было бы у меня счастья. Если у вас есть племянница, если у вас есть сестра, подарите ей такой браслет. Если у вас есть дочка, для мамы такой браслет будет просто исключительным подарком. 62 445 номер этого лота. Браслет Клеопатра будет прекрасно смотреться на любой женской руке. 790 рублей. Это речной жемчуг. Это гипоаллергенный сплав, украшенный такими шикарными совами. Смотрится очень-очень красиво. Продано на данную минуту уже 67 таких предложений. Давайте прямо сейчас вместе с вами сделаем свой резерв браслета Клеопатра. Итак, мы берем в руку телефон, набираем наш бесплатный номер телефона. Звонок абсолютно бесплатный. И резерв бесплатный. 62 445
номер этого лота. Вы называете его нашим оператором и резервируете для себя браслет Клеопатра.